Всем привет! Сегодня мы приехали на набережную реки Томь в городе Новокузнецке посмотреть ледоход. Ну, лед, видать, уже прошел. С кондом и точно прошел. Набережная находится между двумя мостами. Слева мы видим автомобильный мост, который соединяет центральный и Кузнецкий районы. А справа железнодорожный мост. Набережная относительно небольшая. Построена она 4 года назад, к 400-летию города. Для удобства установлены лавочки, осветительные приборы для прогулки в вечернее время. На противоположном берегу, на правом, находится реликтовый лес из черных тополей. Первое упоминание этого леса было еще в 17 веке, когда здесь был основан острог Кузнецкий. Очень удобный подъезд к набережной. И замечательная парковка. Вон какая большая. Всегда найдется место для парковки. Возле набережной находится магазин «Лента». И вот там строится Леруа Мерлен. Крупный строительный магазин будет. И мебель. Хотелось бы, конечно, показать ледоход. Ну, что поделаешь. Надеемся, на днях пойдет лед с горных рек. С Мросу. Всем пока-пока.